Китайский храм какой-то. Дети. Дети. Здесь стройка, вечно везде стройка. Весь Вьетнам в стройке. Че у вас тут за решеткой? Какой-то демон. Котелок. Котелок вари, котелок не вари. Кто? Блин, Будда там, я ничего не понимаю. Это же вроде китайский храм. Да? А что там? А сейчас скажет, покупай. Не, зачем нам? Спасибо. Не, мы не знаем, что это. Я даже напрягаться не буду, ваш алфавит учить. Ну да, как туда подняться? Вообще так шмотрят на меня, как будто я какой-то идиот. Тут сцена для Майкла Джексона. Да везде стройки, каждый день. Ну, тут слишком святое место, чтобы заходить. Не буду туда заходить, конечно. Чего тебе понимать? А как даже молиться? Ничего не понимаешь. Я тоже ничего не понимаю. Тут драконы есть. Надеюсь, недалеко идти, да? А? What you want? А. Ну, туда. Туда пойдем. Вы. Ну я так не понимаю. А? А, туда нельзя? Блин, то не разрешают почему-то. Прям все контролируют. Жалко. Почему нас вообще никого не пускают? Какой-то храм неинтересный. Он вечно понастроит. Не, в Таиланде такого не было. В Таиланде заходили только куда хотим. Не, нафиг. Таиланд лучше. Мне Вьетнам прям нервирует. Тут, короче, есть проход. О, no exit. Я вообще не понимаю, что они говорят. Пусть по-русски говорят. А они по-русски говорят, я тоже не понимаю, когда они говорят по-русски. Я от русских не понимаю, когда по-русски говорят. У меня беда вот с этим вот пониманием. Чё? Ну да. Вон, видишь, там вот скутер, вот поехали, вон. Нам туда пешком надо идти. До Будды дойдем сейчас. Как фотографироваться? Ты что? Собака вот есть. Это лев. Давай я сфотою. А вообще Будды, в смысле, туда нет? Или как-то надо просто обойти? Ну, мы хотели вон там пройти. Нам постоянно там не пускали. То монах, то дед он там сидит, не пускает. И мы сейчас вот пойдем через эту дорожку. Мне кажется, можно будет обойти. Будда, 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 Будда. О, страшно, блин. Схватят за руку, утащат куда-нибудь. Ну, кстати, мы можем тут на скутере поехать. Чем мы пешком пойдем? А где у нас скутер? Вот тут, наш скутер там, вот, матка, вот здесь, вот по дорожке, вот здесь. И вот сюда. Пешком, представляешь, сюда кружить вот так? Да. Зачем это надо? А вон белое пятно, нам туда. Поехали на скутере. А? Да можно, ездят же. Мы не пойдем пешком, мы на скутере поймут. Пешком идти затруднительно. Я вот когда не ем, я чувствую себя хорошо, кстати. Стоит пожрать, сразу спать охота. Вот тут красивый вот эта воротина. Да, Таиланд, да, лучше, чем... Тут вообще им всем срать. Да, Маша, бай, или привет, или что. Да. Я вообще теперь с каменным лицом хожу. С каменным лицом хожу, но зато эмоции не трачу.
там он сварщик варит, вдалеке видно. А где наш отель? Не видно отсюда. И там 5 заплати, тут 5 заплати. Будь, мне не надо. Не, вообще не надо. Непонятно вообще что-то. Ну, как облака между гор, мне кажется. Ну да, что непонятно. Это такое? А ты еще увеличь. Ой. Ну это не море. Нет, море это не море. Облака что ли так низко сидят? Это сахарная вата. Сахарная вата. Поехали. Вон собака лежит. Да они тут не кидают. А вон кошка, ты говоришь, кошки нет. Ой, вторая за все это время. И прям котят. Но она худая. Боится. 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 Вообще капец. Развалины тут какие-то. Тут кустики. Муха села на меня. А я тебе сказала, муха садится в двух случаях. На варенье и на говно. Ну, говно я не говно, а значит варенье. Вареньем ты не обмазал. И говном тоже. А вот второй вариант тоже просто. Ну да. Потом мы кустики посмотрели, вот. Щебеночку посмотрели. Грязь, мусор. Бутылочку вот нашли. О, хорошая прогулка. Удивительно, такое вот тихое место почти посредине города. Потому что в горах жить не хотят. Лезть не хотят в горы, наверное. Пытаются для хлеба, они все в горы уже залезли бы. Сейчас застегну в одну руку. Короче, смотреть тут нечего. В Таиланде намного интереснее. Ну да. Ну да, какие-то смотрю площадки все бесплатные. Тем более они там прям подчеркивают, что это смотровая площадка, да. Эту красоту. Водопады. А здесь прям... тут вообще. А вы не подъезд не заплатите. Да, ни о чем вообще. Для тех, кто не был ни разу за границей, не видел Будду, это может быть нормально. Но те, кто побывал и видел много раз, лучше можно даже не ездить сюда. Не, ну почему надо? Ну просто я нечего. Только ради. Когда? Вида на горы вот этого. Я имею в виду к Будде. Смотри, ничего, ничего не слышу. Вот там ад такой, смотри, говорит. Да. Русских встретили тоже. Ну да. Тут, кстати, парами, да, в основном. Да, это ну, как-то... почему здесь тетки, тетки без пар? Ну, а молодые, они в основном как парами. А, ну, молодые там есть без пар, тетки, там, мужики, ну, все они. Не знаю, мужики в Таиланде в основном без пар. Ну, я там видел. Там просвеститы же они, как бы к ним ездят. А здесь как-то все парни. Ну, я не знаю, я вот как парень, вот с веститом вот не ездил. Ну, это ты, а остальные 10 ездят. Радость какая увидеть. Никто тебе правду все равно бы ты не скажет. Для тебя гадость, а для них нормально. А для них это радость. А для них новенькая.